сильными. 21 век, а все идет война. К сожалению, уже не одна. Музыканты против войны. Именно через творчество организаторы фестиваля призывают людей сплотиться. 7 лет подряд акция проходит в преддверии Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Меня радует, что собирается все больше и больше детей, участников этого фестиваля. Почему? Потому что вот в такой форме наша творческая молодежь, да и люди выражают свою солидарность в борьбе с террором. Она в нашей стране приурочена к событиям в Беслане, когда была захвачена школа и погибло больше 300 человек. И было понятно и тогда, и сейчас в наших сердцах хранится эта память. Музыканты, певцы, танцоры и чтецы. Творческая молодежь вновь собралась на фестивале. Вокалистка Елизавета Садкова признается, в такие дни осознает всю силу искусства. Мне родители рассказывали про то, как это было страшно, как это было неприятно, это было очень страшно. И я решила принять участие для того, чтобы этого никогда не было, и чтобы мы всем миром жили мирно. Самым юным рассказали о терроре с помощью художественного мастер-класса. Память о жертвах терактов – салют из белых воздушных шаров. Мы как бы подчеркиваем то, что мы не хотим, чтобы повторялись такие страшные дни. Дни террора, дни войны. И музыканты своим творчеством хотят показать, что лучше петь, лучше заниматься искусством, заниматься творчеством, чем участвовать в каких-то войнах. С каждым годом фестиваль собирает все больше единомышленников. Для молодых музыкантов это один из способов доказать миру, что любовь и искусство могут побороть любое зло. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».